Так, что у нас сегодня в меню и в тибю, что интересно. Шкатуленция какая-то, я не знаю, я не вижу. Ее не вижу. Ну, какая-то шкатулочка, которая такая вот цена 7 евро. Брошки. Брошек не ношу, вы знаете, вот не ношу и все, вот что-то не люблю. Как-то так что-то вот не ношу и все. Решил не носить. Казино, которое выигрывает всегда. Да, вот к вопросу о виноградах. Гроздь винограда 15, ну такая какая-то она не очень большая, но тем не менее наборчик еще и с камнями, вазы, книга, шкатулка, Мурано, небольшой Мурано. Все Мурано разные, господа, все разные. Никогда не встретишь одинаковые. Такие вот они, муранцы. Ваза Розенталь, десяточка. Такая вот она, ваза Розенталь. Это Хумель трубочист. Одна из любимейших фигурок для коллекционеров, трубочист. Мне кажется, нет такого крутого коллекционера, которого бы не было трубочиста Хумель. Или Гёбель. Вот такой вариант. Литография 19. Ничего себе. Красиво. Маленькие. Такой тролль решил потроллить всех немножко. Ну, здесь большая масса крутейших фигур, естественно. Такая вот девушка всего-то за 2 европейских тенге. Красиво, и всего 2, да? Иногда не на что посмотреть, а стоит, ого-го.
А здесь вот красота и 2 евро. Где правда, где справедливость, господа? Где? Я не знаю просто. Просто не знаю. Несправедливо. Красивая девушка и так дешево. Как-то печально. Вот класс. По улице с оркестром. Подсвечничек. Невеста одна, а где жених? Где жених? Для чая, да? Чай, чай, чай. Я люблю зеленый чай. Чай, чай, чай. Если хочешь, наливай. Чай, чай, чай. Я люблю зеленый чай. Вот это моща, ребята. Вот это. Чай, 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 если хочешь, наливай. И самое крутое, что это... Сейчас поставлю корзинку и посмотрим, кто это. Вот немецкая, смотрите. Чтоб кто-то не подумал, мало ли чего. Написано «Hand geschliffen», да? «Echt Blei Kristall», то есть настоящий свинцовый хрусталь. «Кака». Что там еще? Ну, короче, вы видите, ребята, да? Вы видите, будь здоров. Еще раз. Так вот, в чем смысл этого всего дела? Что это хрусталь и что здесь много вот кружечек этих, понимаете? Их много, много. А бывает вот одна вот крышонница и все, и ничего нет. А здесь семья была мирная, все было ладно. И поэтому... Все осталось целым. Хочу обратить ваше внимание на вот эту мощь, вот эту вот. Вот эту мощь, вот это, смотрите, какая крышка. Все это, конечно, весит, господа. Соответственно, это все весит. Вот такая крышонница с большим количеством чашек. Такая вот ваза. Такой подсвечник тоже тяжелый. Немецкий. Все, хрусталь. Классный, конечно, хрусталь, высочайшей пробы. Было бы 2, жаль один. Жаль один. Чай, чай, чай. Я люблю зеленый чай.
Чай, если хочешь, я наливаю. Такой красивенький, видите? Винтерлинг такой вот. Живописующий. Вот такой вот. Так, ну это для, вот это вот видно для, все-таки для интервального голодания прибор. Голодать нужно с интервалом, понимаете, вот берешь, отсюда съел, а потом отсюда съел, и между ними должен быть интервал хороший. Ну правильно, интервал должен быть, и поэтому, а потом наоборот. И человек худает. И человек худает. Просто-напросто. Это Вальтер Глаз, ребята. Да, все интересно. Все очень интересно. Интересно, редкость такая здесь, конечно, это китайский импортный сервиз. Откуда он здесь взялся, бог его знает. Стоит он 69. Ему уже лет. На вид очень стар, суперстар. Интересно, такая марка вообще. Made in China. Ну, видно, винтажный. Даже такое бывало, да? Из Китая. Кому-то интересно было здесь приобрести этот сервиз. Прикольно. Симпатичный. Симпатичный. Тяжелый. Кружечка, кстати, антикварная, ребята. Очень-очень козырная. 19. Да, качество хорошее. Так, фигурки. Птичка 15, а эти я что-то не вижу. Что-то не вижу. Две вазы.
это, да, это. Это Дельфт, наверное. Тяжелое, кстати, такое впечатление, что это мрамор, потому что тяжелая. Какая качественная, конечно, фигурка. Деревянный, мне кажется, да, тяжеленький слоник, качественный, очень качественный. Зловещая маска. Липа. Подсвечники высокие. Ваше здоровье, господа и дамы. До дна, только до дна. Интересное седалище. Что бы это значило? Что-то сюда втыкать или каким местом сюда садиться, вообще интересно. Бывают вещи загадочные. Бывают загадочные, господа, вещи. Что бы это значило? Каким местом сюда заезжать? 39 евро. Баночка немалая. Огромный какой-то сервиз просто. Ну, качество вообще песня, конечно. Это Winterlink Rilslau. Там давно уже ничего не производит. Годы. 70-е, наверное, 60-е.
Ну, качество очень крутое. Никто никогда ничего, опять же, с ним не вытворял. Как мы и видим, большой. Тут два варианта. Два чайника, короче говоря. Очень высокая культура производства. Видите, это Эшенбах. Ну, все видно, очень хорошо подогнано, куплено. Поэтому все как бы подходит. Это Винтерлинг, видите, люди покупали абсолютно идентично. Вот вам цвет, слоновая кость. Вот. Огромная суповая тырина. Громезная просто. Достаточное количество мелких тарелок, глубоких, сервировочных. Все в отличном состоянии, как это обычно бывает. Никогда ничего никто не прикасался. Вот он, Эшенбах. Состояние как из магазина. Мило, интеллигентно, нежно, без напора, без истерики, без экспрессии какой-то, спокойненько, чинно все. Огромный такой чайник просто. Все в тему, ребята, все туда. Вот. Большой. Очень ценный, кстати, диванчик для кукол. Это целый жанр, знаете, это те, кто любит кукол коллекционировать, как правило, такие диваны, они очень востребованы. Это очень старая вещь. Симпатичный диванчик. Кофемолки. Это довоенное все. Ну, это 100% довоенное. И вот такой вот сосуд. 39. Такой интересный сосуд. Интересный, да, сколько ему лет? Хотелось бы знать, такой букет. Очень такой богатый. Ну вот, к сожалению, видите, здесь побои. Ну, видно, старенький какой-то все-таки. Такое у меня впечатление, что он старенький. Крутейшая ваза. Очень крутейшие. Древние круги. И вот очень крутая лампа 59.
вырезано здесь, вышлифовано все. Видите, смотрите, павлины. Очень симпатичные. Вот так она выглядит. Вот такая интересная. 59. Ну, это года, видно, 70-е. Ну, такая, знаете, интересная все-таки. Ручная работа. Видно, стоила безумных денег. Сколько там птицы? Раз, два, три. То есть три павлина. Это довольно-таки серьезно. Все-таки три павлина. Тоже какой-то интересный. Вот, кстати, показываю ручной работы. Очень древняя ваза. Кто-то хотел ее посмотреть, вот я ее показываю. Вот такая очень серьезная ваза. Смотрите, это все ручная работа, это очень дорого. Очень дорого раньше было, да и сейчас, знаете, тоже. Не хочу сказать, что это дешево. И сейчас это ценится очень сильно. Вот такие дела. Интересная тарелка. Она, видно, очень старенькая. Видать, старенькая. Венгерский чайник прикольный. Газа Хангери. Ну-ка. Ручная роспись. Остался от сервиза один чайничек. Бавария. Такой сервиз тоже какой-то древний. Совершенно древний какой-то. Англия. Большой сервиз.
Это, кстати, Велерой сюда затесался. Понятно, понятно. Нашел, кстати, вазу классную. Она вот так выглядела. С цветочком. Это очень, кстати, дорогая ваза, господа и дамы. Очень-очень-очень. Это все ручная работа. И что немаловажно, давайте с вами выйдем из тени куда-нибудь и посмотрим, что это такое. Редчайшая, кстати. Редчайшая. Сейчас, одну секундочку. Потому что здесь на первый взгляд как бы светло, но на самом деле не светло. Это розенталь, ребята. Это очень крутейший розенталь. Крона, Германия, Мирамар. Вообще это очень редкое, кстати. Очень-очень. Эльфенбайн. Слоновая кость. Ну как вам? Круто? Как вам это дело? Форма, состояние, просто песня. Поэтому я, наверное, вы знаете, ее куплю. Это очень дорогая и крутейшая ваза. Пойдем сейчас узнаем, почем можно ее взять, и купим. Потому что я лично такой вариант первый раз вижу. Мирамар, да, вот такой вот. Поэтому почему бы и не купить.